Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. На форуме самогонщиком нашел интересный рецепт настойки. Называется она помиранцевая. Но в связи с тем, что помиранец отсутствует в продаже и не растет в моих краях, я, как и автор, буду использовать просто грейпфрут. Итак, нам нужна цедра одного помиранца. В моем же случае, повторюсь, грейпфрут. Я думаю, возьму половину, потому что он огромный. Дальше. 0,5 грамма корицы, 1 грамм фенхеля, 0,5 грамма кардамона, я уже его раздавил, и 2 грамма аниса. Ну и, конечно, 0,5 литра водки или самогона. Эта настойка горькая. Цедру буду снимать с помощью терки, также с небольшим количеством белого слоя. Цедру и пряность досыпаем в банку и заливаем алкоголем. Закрываем и на недельку в темное местечко. Прошла ровно неделя настаивания. Фильтруем и снимаем пробу с померанцевой настойки. Начинаем дегустацию померанцевой или же грейпфрутовой настойки. Так. Цвет желто-золотистый, прозрачный, красивый. На запах. Аромат интересный, непростой. Грейпфрутовая цедра хорошо выделяется. С таким вот пряно-анисовым фоном, хорошим, вкусным. Хороший аромат, сбалансированный. Нету резких тонов. Очень интересно. По вкусу чем-то напоминает домашнюю бехеровку. Но здесь именно, так как преобладает очень много цедры грейпфрута, то она ярко выражает весь полностью вкус. А кардамон, фенхель и анис выходят на второй план, на послевкусие. Немного обжигает, горечь слегка есть такая в конце, но не сказал бы, что ее много. Но запах просто классный, вот крутейший запах. Ну, скажу так, настойка на 4 с двумя большими плюсами. Немножко подкорректировать, даже не знаю что. Или чуть в центре сделать меньше. Очень хорошая, очень простая. И с очень интересным, хорошо выраженным, сбалансированным вкусом. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, вступайте в группы. Всем пока!